Хочу оставить отзыв о работе Сергея, который помогал мне с подбором данного автомобиля. Все было четко сработано, качественно. Увидел автомобиль на дроме и также увидел автомобиль этот в обзоре у Сергея в видеоролике. Проверил его статистики, все соответствует. Попросил Сергея проверить на наличие подкрасов, ну и корректности работы всех, так скажем, систем данного автомобиля. Сергей сделал проверку, все работало отлично, подсоединил сканер, проверил все с толщиномером, снял несколько видео о состоянии автомобиля, снял, отправил около сотни фотографий с полным отчетом о состоянии внешнем, внутреннем и так далее. В общем, автомобиль меня устроил. Оставив задаток, я полетел во Владивосток. Во Владивостоке Сергей меня встретил из аэропорта, привез на зеленый угол, помог в оформлении автомобиля, ну и помог в приобретении зимней резины, литья, ну и сопутствующих каких-то там деталей. Вот. За что ему огромное спасибо. Вот. Автомобиль радует. Из Владивостока я до Краснодара доехал за 7 дней. Нигде не подвел автомобиль. Очень доволен покупкой. Рекомендую Сергея. Очень качественно делает свою работу. Все, спасибо. Toyota Premia 2009 год. Двигатель 1.5. 4 балла. Скажу пробег. 47 тысяч пробег. Это родной. Можете зайти в Алиада посмотреть. Номер кузова. Вот такие еще есть. 9-й год с таким пробегом. Родным. Цена машинки 770 тысяч рублей. На белом светлом салоне. Все стеклоподъемнички. Подлокотник. Не, ну выглядит очень хорошо. Приятно, по крайней мере. И здесь бесключевой доступ, кнопка старт, зеркала регулируются, складываются, корректор фар, туманок нет, руль обычный. Вот. Подстаканнички здесь, ну, подлокотник. Прикуриватель еще. По старинке, 9-й год. Климат-контроль. Вот как-то так. Ну, место как в премию. Достаточно всем. Сзади тоже много места, и так достаточно комфортно. Приятно все это выглядит. Под капотом полторашечка. Так, на каких она колесах у нас? На 14, 185, 70, 14. Вот тут 1NZ, 1.5 объем. В принципе, все просто, легко. Так вот под капотом. 9-й год, давайте заглянем под низ. Ну вот внизу. Идеально. Ну что, передний привод. Не ВД, поэтому хорош. Toyota Wish. 10-й год. 4 ВД. 4 балла, 80 тысяч пробег. Цена 950 тысяч рублей. 1.8.
за 10-й год. Это большой универсал, не гибридный. То есть я его сравниваю всегда с Альфой. Бесключевой. Циклоподъемники, центральный замок, подлокотнички. Все здесь есть. Климат-контроль, вариатор, кожаный руль, лепестки, туманки японские, приборка, антиюз, кнопка старт. Зеркала складываются, регулируются. Места очень много, что спереди, что сзади. Очень-очень много. Так. Багажник у них большой. Сиденье можно раз уронить. Вот там сверху мониторчик, что ли, где-то. Интересно, как у Альфы задние сиденья двигаются вперед-назад. Опаньки, мониторчик есть вот такой. Обалденно. А еще здесь есть такая штуковина, сейчас покажу. Это пассажирское сиденье. Она сделана для инвалидов. И сидушка выезжает. То есть нажимаем. Здесь есть пультик. А можно вот, ну, на кнопочках все раз. Вот она выдвигается, сюда сидушка. Видно, да, как? И сюда выезжает. Вот. Здесь вот такая. Сейчас задвинем обратно. Все, пикнуло, значит, окей. Вот такой вот виш. Honda Fit 16 года, комплектация F. На 1.3, это не гибрид. Цена машинки 645 тысяч рублей. 3,5 балла, 80 тысяч пробег. Комплектация L будет еще дороже стоить. Это где-то 680 на 1.3. То есть такая, допустим, полтора гибрид L-ка, да, уже улетит за 750 ценник. Ближе к 800 тысяч. А сейчас, а то и больше. Так, что здесь показать? Здесь стеклоподъемники, зеркала регулируются, складываются. Как надоели мне эти мотоциклисты уже. Подлокотничка нет, ручничок, вариатор, айстоп стоит. Такие вот сидушечки. Панель. Обычный руль, мультируля нет, туманок нет. То есть, ну, такая пустенькая комплектация. Вот, ну, антиюз, естественно, корректор фар, все это есть. Такая приборка. Значит, ну, здесь, естественно, 12 вольт. Прикуриватель, магнитолка каразерия стоит, климат-контроль, кнопка старт, то есть бесключевой доступ, все это есть. Потолок у них высокий, места много. Клиренса тоже достаточно, только по городу. То есть, если сравнивать с Аквой, Аква, конечно, повыше будет.
Попроходи меня чуть-чуть. Багажник здесь вполне вместительный, хороший. Вот, здесь еще отсек есть. И там у нас все хорошо. Такая машинка. Toyota Prius в 55-м кузове. Они идут 4 ВД. Вот 16-й год. Цена у него 1 160 000. В таком беленьком цвете. Кузов сейчас покажу. Интересно, можно открыть, посмотреть. 3,5 балла, 138 тысяч у него пробег. Обойдем в круг. В принципе, по городу на нем кататься одно удовольствие. То есть это мягенькая ходовая часть, очень мягенькая. Никаких дерганий, ничего нет. То есть просто катишься и радуешься жизни. В этот бюджет, считаю, идеальная машинка. Клиренса хватает, понятно, там по болоту не поедешь, но в городе там по ямам. В городе по ямам спокойно проедет везде. Здесь уже стоит новый, как я уже и говорил, 1.8. Новый инвертор, новая батарея. Все уже новое. И намного лучше, по моему мнению, чем это было в 30-м кузове. Стеклоподъемники, зеркала регулируются. Так, подлокотничек. Опаньки. Панель вот такая вот. Кожаный руль, мультируль. Кнопка старт, антиюз. Обогрев зеркал. Ой, дворников точнее. Здесь открывается у нас лючок бензобака. Вот, селектор переключения, все очень удобно, красиво сделано. Климат-контроль, магнитолка тойотовская родная. Давайте запустим, посмотрим, как все это выглядит. Ну, красиво включается. Вот на панели мы увидим и спидометр, вот машинку у нас рисует, переключение. Вот, все это делается вот таким методом. Здесь, естественно, коррекция есть. Вот, климат здесь все тоже очень удобно. Раз-раз, все поставил. Вот. Места здесь достаточно вполне. Включу пока. Ну, посередине вот подлокотник, подстаканники, розеточка, все есть. Так, место сзади. Здесь тоже есть подлокотничек, подстаканники. Багажник вместительный, идет полочка, ну, в этой машинке шмардачок лежит, в принципе, ну, вот она как все. Как-то так. Они в основном идут не ржавые, нормальные. Toyota Hiace в 206-м кузове, дизель трешка, 16-й год. 4 ВД,
1 990 000 стоит. Он 3,5 балла, 152 тысячи пробег. Классный хайс, кстати. Два стекла подъемничка, центральный замок. Спереди вообще класс. Не заюзано, не замылено, ничего. Так, теперь мне надо как-то в него сесть. Одной рукой. Спасибо. О. Панелечка. На крутилочках кондиционер, обогрев заднего стекла, магнитолка тут идет. Вот там он прикуриватель. Туманки, корректор фар. Ох, как солнышко давит. Смотрите как. Давайте сзади открою, покажу. Хороший? Хороший. Таких сейчас на рынке мало, а то и единицы. В основном пробег везде 200 или больше. Или близко к 200, там 190, вот такие. Вот, здесь 150, вот он номер кузова. Пробивайте, смотрите. Цена 2 миллиона. 1 990 000. Вот смотрите, какой краун стоит. 16-й год, 2,5 гибрид. 4 балла, 110 тысяч пробег. Цена 2 100 000. Красавец. Подойдешь потом эти альфа. Хорошо. Красивый, красивый. Летишка 19-го года резина. 225, 45, 18. Так, номер кузова. Кому интересно, мой телефон. С телефона вроде как все снимаю. Но смотрится он просто обалденно. Тоже рожа. Опа. Электросиденье, кожа. Два котничек тут. Ну, в них когда садишься вообще, даже комментировать не хочется. Классно, приятно. Ехать на ней вообще одно удовольствие на такой машине. Кожаный руль, круиз-контроль, мультируль, туманочки. Естественно, бесключевой доступ. Климат-контроль. Так, интересно, ключи здесь? Так, ключей нет. Хотелось бы показать, как здесь все. Менюшка прикольная. Монитор такой бы здоровый.
Вот. Ну, сделано все приятненько. Ну и цена такая, да, приятненькая. Вот стаканечки здесь вот еще есть. Там USB-шки. Боже мой. Здесь вот под карты. Круто, конечно. Эй. Багажничек. И он открылся. Места в ней много, много. Ну, естественно, это комфорт. Здесь что-то лежит. Или кто-то. Ну, в багажнике места вполне достаточно. Так, сниму, а то солнышко не дает. Здоров. Гибрид здесь идет, естественно, полноценный. И ну, батареи хватает в режиме город, то есть на 1200 вполне себе. Типа городу чисто кататься. Под капотом вот так вот. Сделано здесь все, ну, без вопросов. Каких-то болячек таких конкретных нет. Сделано все качественно и классно. Ну, за эти деньги прям, ну, никаких вопросов к этой машине.